Здравствуйте, с вами Виктория. Кукушка кукушонку купила два кушона. Так можно перефразировать известную скороговорку на современный лад. Сегодня мы с вами в режиме реального времени, без купюр и без монтажа, протестируем потребительские качества нового продукта консилера с кушен-аппликатором от известного бренда из Великобритании Rimmel. Так, что нам говорит изготовитель о своем изобретении? Новый консилер, идеальный в паре с тональной основой. Скажу сразу, что тональная основа уже идеальна и без консилера. Она прекрасно перекрывает мои небольшие недостатки кожи. В описании этого ролика я дам ссылочку на обзор. Достаточно плотный для маскирования недостатков. В то же время позволяет коже дышать. Действительно, это очень ценное свойство. Благодаря стойкости до 25 часов кожа отлично выглядит целый день и ночь. Маскирует недостатки, позволяет коже дышать. Стойкость до 25 часов. Кушен-аппликатор. Ну, конечно, никто 25 часов косметику себя на коже не носит, поэтому мы с вами посмотрим, действительно ли этот консилер сможет замаскировать недостатки. Так, открываем его, я уже им пользовалась. Вот так он выглядит. Вот такой шарик. Выдавливаем. Я уже нарисовала себе на коже автограф. Иногда у блогеров и у поэтов это случается. И непроизвольно теперь выдавливаем немного средства на кожу. Видите, давится оно не очень хорошо. Вот, это даже слишком много. Теперь распределяем по коже. Это я очень много выдавила. Очень буквально хватит покрыть всю руку консилером. Так, растушевываем аппликатором. Ну, мы видим, что покрытие идеальное. Все недостатки замаскированы. Единственное, что цвет здесь немного для меня светлый. Однако мы видим, что потребительские качества этого консилера таковы, что действительно выполнены обещания изготовителя. Недостатки замаскированы. У нас кушен-аппликатор, который распределил это все по коже равномерно. Ну, а о том, позволяет ли этот консилер дышать коже, как он держится, как ведет себя при макияже лица, вы узнаете из моего подробного текстового обзора, ссылочку на который я дам вам в этом описании под этим роликом. На этом все. Я надеюсь, что сюжет вам оказался полезен. Если он вам понравился, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал. Становитесь постоянным читателем моего блога «Красота, добрая сила». И до новых встреч!